Всем большой-большой привет! У нас сегодня пятница. Сейчас у нас обед. Я поработала с утра. Была у меня девочка. Ставлю, кому интересно, фотографии, что у меня на этой неделе было. Кажется, я не показывала вам. Кому интересно фотографии моих работ, покажу вам сейчас мои цветочки. У нас сегодня немножко теплее. С утра было 8 градусов, а сейчас где-то 12-13, наверное. На солнышке было тепленько, сейчас оно спряталось. Покажу вам, какое у нас небо красивое. И буду сегодня, наверное, показывать только цветочки вам. И маникюр. Вот такое небо сегодня. Но с этой стороны тучки. И солнышко светит. Цветочки мои. Цветочки аж повеселели на солнышке. А вот и первый тюльпанчик. Мой эксперимент. Все хорошо. Оставлю пока открытую бутылку. Потому что на солнце может чем-то притянить ожоги. Не знаю, от солнца или вроде бы такого мороза не было. Надеюсь, вам слышно, как птички поют красиво. Я каждый день любуюсь цветочками, пока они есть. Смотрите, какая здесь красота. Выдержали и ветер, и дождь, и снег. Да? Как же вы меня радуете. Просто посмотришь, и хорошо. Настроение поднимается. Суня, вот эти хочу пересадить. Это инжир темный такой, бордовый, из косточки. Надо побольше горшочки. Вижу, что ему там не очень нравится. И тут цветочки. И травы уже куча. Вот она. Веснянка насеялась. Ковер. Кто быстрее? Цветы или веснянка? На улице вон одуванчики уже. Вон он. Как птички поют. И вот тут одуванчики тоже.
кусочков. А и ландыши. Ух, как вытянулись. Смородина. И тут смородина. Это красная. Вот это я прикапывала, видео снимала. Черная. Вот так я шкурки от картошки, очистки. Там потом подойду, сейчас мокро, не буду в тапочках лезть. Там ёшку. А там красную прикопала. Вон там. Когда подсохнет немножко, пойду поближе посмотрю. И вот черная смородина. Вот так она у нас выглядит. Вот это ёшка. Это черная смородина. Снимала видео, когда обрезала. Вот такая уже. Вот такая уже смородина. Вон она. Вышла на улицу посмотреть на одуванчики. Кошка соседская. Иди домой. Домой. Домой иди. Вон куча травы. Одуванчики. Сирень. Надо тут порядки проводить. Потом вам показывать красоту. Это палисадничек на улице. Тютюня, иди домой. Быстренько. И тут цветочки вам немножко покажу. Дочке сейчас урок, и я буду тихонечко говорить, чтобы не мешать. Вот так выглядит авокадо.
давно. Готовить сегодня ничего не будем. Будем доедать то, что есть. Я сейчас иду вязать. Всем спасибо, кто был со мной. Всем пока-пока, до новых встреч.